поселился в такой комнате в отеле. Отель выдали турецкие авиалинии, так как пересадка больше 10 часов. Отель бесплатный. Там валяется моя одежда, ноутбук лежит. Так выглядит такая приятная комната. Кровать, можно поспать, что я и собираюсь делать хоть чуть-чуть. Вот из окна такой вид на Стамбул. Что самое интересное, все такое как бы интересное, красивое. Центр города, ну может не центр, не знаю, но явно не окраина. Вот, и тут вот мы видим какой-то дом непонятный и теплицы. То есть это, наверное, тут кто-то живет, типа частного сектора, похоже. Он еще там такой домик есть. Максимальное увеличение. Вон какие-то домики. В общем, вот такая штука.